Доброе утро, пироги, братики, сестрички. Blood and Soul Revolution. Да, она еще у нас в плеймаркете не вышла. Но в тафтапе она есть. Я тебе ее скачал. Я тебе сейчас ее покажу. Для кого будет полезен этот видосик? Наверное, в первую очередь для тех, кто хочет забить на Dragoness, забить на Perfect World. И когда она релизится у нас в России, на странах СНГ, чтобы была какая-то база уже, чтобы вы что-то представляли, хотя бы уже выбрали для себя класс, то есть вы уже пощупали, уже знали и целенаправленно шли по нему. То есть они так пришли, залетели, о, новая игруха, так попробую этого, ага, попробую второго, а время-то уже идет. Поэтому сейчас я вот тебе покажу, что тут есть, какой вообще графончик, как играется, и посмотрим, что у нас есть классы. Классы, кстати, как бы тебе сказать? Ну, вроде создают иллюзию разнообразия, но на самом деле нет. На самом деле всего тут, по-моему, 4 класса. Итак, у нас как бы есть расы. Это у нас джин, который может быть, между прочим, гендерный. Да? Некоторые расы имеют гендерность, это неплохо. Который может быть блейд-дансером, то есть это у нас с мечом бегает, может быть кунг-фу мастером, как панда. Жалко, кстати, нету панд. Вот панды тут были бы вообще в тему. И может быть варлоком, это чернокнижник. Есть у нас гон. Гонка, кстати, это раса не очень ушла в развитие, да, сильно. Поэтому может быть только либо дестроером, либо тоже кунг-фу мастером. Притом Дестройер, который как бы сам по себе подразумевает, что правильно, разрушение, урон и прочее, не имеет акцента на атаке. Вот это мне, кстати, немножечко непонятно, нелогично. Почему? Вот тут, ну, справа пишется, на что он специализируется. Тут написано, что он специализируется на защите. То есть мальчишка с двуручным топором большим специализируется на защите. Юнь, не знаю, как это там тоже. Но может быть только девчушечкой, либо на Force Master, либо Blade Master. Force Master это что-то, наверное, вроде мага, да, потому что специализируется на дальних атаках. И куда же без маленьких лолик, да? Лолик только в каких интерпретациях и только нам не показывают. Кстати, есть лоли-девчушки. Это у нас будут такие маленькие лисички-сестрички. Которые, кстати, еще один есть такой класс, который мог быть только лольки. Ну, или лины, называйте как хотите. Это суммонер, да? И сзади нее стоит что? Правильно, какой-то злой котик, который будет с ней бегать и ей помогать, и с ней херачиться. Ну, и, наверное, можно уже, наверное, начинать смотреть саму игрульку, потому что немножко поиграл, покачал персонажа. На Unreal Engine 4 она сделана. Я взял себе кунг-фу мастера, он тоже так потыкать, пожмякать, чё к чему. Посмотреть. И что можно сказать по оптимизации? Это что-то... Это лучше, чем Blast Mobile. Да, давайте начнем с того, что это лучше, чем Blast Mobile. То есть это не настолько обоссано, как Blast Mobile. Но и не настолько красиво, как Black Desert. К сожалению, но это так. Это персонажик, это у нас деревенечка, это у нас девчушечка. Автобой присутствует, автобег присутствует, автоквест в наличии. И еще у меня какой-то тренинг-клан. Кстати, игрушечка на английском. Смотря на то, что она с тап-тапа, она, мать его, на английском. И она говорит, типа, давай что-нибудь закуем. Давай что-нибудь закуем, а что закуем? Можем ли мы это заковать? Говорит, можем. И куем. Нифига себе, она молотом ударила. Прям, ну, почти как Тор. Да, побыстрее можно было бы, конечно, этот процесс-то ускорить. Даже когда ты нажимаешь на Tap the Screen, это все равно идет долго. Еще есть процент неудачи. Спасибо. Но мне нужно еще, да, паковать? Угу, ну мы разные шняшки можем ковать. И давай ее еще покуем, потому что у меня идет доп-квест. Есть основные квесты, есть доп-квесты. И удачка у нас, и квестик, наверное, сейчас сдастся, да? Мы, может, даже получим какую-то экспу. И все, и топаем по основному квесту.
По навыкам, да, сейчас мы попробуем найти боевочку, я вам покажу, как происходят навыки, как, точнее, они идут в смену. То есть тут колесо, вроде бы колесо, но оно не крутится. Тут идет заменяемость навыка, то есть вы навык кастуете. Тут идет как комбо, после навыка происходит следующий. Разумеется, катсцены. Катсцены, кстати, неплохие. То есть сделаны нормально, грамотно. Но смотреть мы их, конечно же, не будем. Всякие шняшки. И начинаем драться. Херачим, и у нас сразу навык заменяется на другой, который можно применить. Пока, конечно, играется, ну, не совсем, наверное, приятно. Возможно, есть какие-то подлаги из-за того, что все-таки это не Рашка, это даже не СНГ, это даже, блин, не страны ближнего СНГ. Это для Азии игра релизнулась. И играем мы с нее хрен знает с какого сервера. Хрен знает где находится. Да, кстати, я тебе показываю игрульки, в которые можно играть, как говорится, без всяких там залуп. То есть спокойно с таптапа скачиваете, устанавливаете, регаете через обычный плеймаркетовский свой аккаунт, через Google аккаунт, и все, спокойно играете. То есть никаких проблем, ничего нету. Никаких костылей делать не надо. Тем более игра на английском, можно пощупать. Можно вообще, в принципе, зайти, даже не обязательно особо разбираться, просто пощупать классы. То есть можно все создать, побегать, посмотреть, как играется под свой стиль, чтобы когда игра уже вышла на нашем Play Market, вы могли уже там залететь и рубить и нагибать. Разумеется, пока все это автобойное, поначалу, но в принципе, я сомневаюсь, что здесь будет такая увлекательная прокачка, на которой тебе захочется остановиться. Там такой, о, тут какой-то сюжет, наверное, я его послушаю. Да нет, не обманывай себя. Ты будешь просто пролетать все эти квесты, чтобы быстрее набрать уровень. И уже идти в данжи, дропать себе шмот, идти на войны гильдии. Иди. То, кстати, я смотрел трейлеры. Одна вещичка, которая меня очень заинтересовала, это арена 2 на 2. То есть пара на пару, и это, ребятки, это сексуально, да, это круто. Потому что я имел опыт, да, в Варкрафте, когда мы играли прям с напарником по дису. Тогда еще, конечно, не был дис, тогда был рейдкал, мы сидели в рейдкале. Да, это такая древняя программка, типа Винриллы. И это было действительно драйвово, охренительно. Как это будет здесь реализовано, не знаю. Но я жду релиза. Я думаю, она не так обосрется, как Блес. Потому что Блес, я настолько он обосрался, что даже в него не смог второй раз зайти. Но меня просто тошнило от этого, от внешки. То есть нельзя играть в игру, которая тебе не нравится внешне. Тем более, что и как бы внутренней механикой она меня не удивила, ничего не показала. Кстати, не забудь сделать подписулю на каналчик, потому что завтра я тебе выпущу еще одну игрушечку. Ты даже не поверишь про что. Про Наруто. Да, я нашел, уже поиграл. Если ты подписан на инстаграмчик, ты мог бы вчера видеть небольшой отрывочек с трейлером, где Саски Учиха кастует там свою технику. Прям по мобам, и это еще анимировано. Ну, короче, ну прикольно. На самом деле поиграть можно, думал будет хуже, но ведь это Наруто. Что как, разве это может быть хуже? Блин, это же, ой-ой-ой, 2007, 2008, топчик, то просто топчик всей молодежи. И расхерачиваем наших мобов. Кстати, есть у нас все скиллы, там всякие шняшки. По скинам я сейчас не буду смотреть, потому что не нашел. Потому что не нашел. В общем, это древо скиллов. То есть у нас идет, прокачивается, их можно улучшать. И как бы от одного скилла идет уже другой скилл. Плюс для каждого скилла мы еще можем какие-то улучшалки. То есть повышать урон и прочее. Нам нужно убить. А нет, уже не нужно. Надо поговорить со старичком. И старичок нам что-нибудь скажет. И можем будет уже идти. Windstride. Это у нас такая ТПшечка, где она начинает очень активно жестикулировать руками и перемещается в пространстве. Я вот эту игрушечку пощупаю обязательно и хочу подобрать для себя какой-то класс. Но я, скорее всего, буду играть за Гона, да, мужчина с двуручным топором, но это всегда мужественно. Это мужчина моей мечты. Он большой, он сильный, только я, может, его размером поменьше делать. Да, кастомизация есть.
губы, руки, письки, сиськи, что хочешь там делай, увеличивай, уменьшай, короче, все на твой выбор. Но я особо не заморачивался. Разные внешности, разные причесочки. Сделано все это, в принципе, нормально, вот на уровне. То есть ни много, ни мало. То есть я не люблю, когда там нужно разрез глаз регулировать по высоте, по длине, по ширине, по красоте, по цвету. Нет, спасибо. Спасибо. Я тут не хочу 3 часа создавать персонажа. В общем, такой обзорчик. Пиши в комментариях, что как у тебя делишечки обязательно, потому что у меня за окном жуткая холодрыга. Спасаюсь как могу, видишь, согревая тебя своими видосиками. Обнял, приподнял. До встречи на следующем видосике. Это будет завтра, а это будет Наруто.